Привет всем! Я буду наносить сейчас макияж и хотела это все сделать с вами вместе. Как всегда, вечером иду на ночь хны, турецкий девичник. Мы туда пойдем вдвоем с свекровью, и не знаю, может кто-то из ее подруг присоединится. Поэтому хочу сделать макияж. Я должна быть красивой. На мне с утра нанесен крем для лица обычный и крем для кожи вокруг глаз. Тональное средство у меня будет вот это вот. Вот, Giordani, это один из моих любимых тональников. Точнее сказать, это единственный мой любимый тональник. Я привыкла, я всегда вот так вот достаю и нужное мне количество отсюда вытаскиваю. Мне так удобнее. Все делаю пальцами, привыкла уже. Его, конечно, не сравнить с тональником от Флорма, который как пленка прям ложился. Этот тональник я вообще не ощущаю на своем лице. Немножечко еще сделаю от крылья носа. Кстати, у меня веснушки, если кто не знал. И были они у меня всю жизнь, сколько я себя помню. Так, ну все. Тональника достаточно. Так, я сейчас ближе подойду, чтобы вы видели, как он ложится. Никакой маски, ничего не стягивает. Моему лицу комфортно. На мне фокусируйся, а не на моем цветочке. Дальше. Я хочу сегодня сделать двойные стрелки. Двойные стрелки. Сейчас я сделаю немножко теней. Немножечко. Если у меня вот такие тени дешевенькие, не помню где и не помню за сколько брала, но дешевые они. Буду брать вот этот самый светлый оттенок, серый. Так. Немного так, чуть-чуть, чтобы было. Мне не нужно, чтобы был прям цвет на моем веке. И на второе также. Реснички падают. Никакого цвета как такового не дают эти тени, немножечко оттенок только. Дальше я возьму
вот эту подводку. Я о ней не раз говорила. Черная. Кисточка. Вот так обмакиваем с обеих сторон кисточку. И буду рисовать внутреннее веко под ростом ресниц. Ну вот, видите разницу? Этот глаз более выразительный. То же самое сверху ресничек тоже. У меня стрелка, татуаж. Она такая, знаете, темно-темно-синего, сине-серого цвета. Поэтому ее нужно зарисовать. Так, стрелочка. Не знаю, получится у меня сегодня двойные стрелки или нет. А, знаете, бывают дни, когда у меня эти двойные стрелки не получаются. Я не знаю, с чем это связано. В какие-то дни они получаются спокойно, с первого раза. В какие-то дни вообще не получаются. Вторая стрелочка. Так, зеркало. Делаю я вот так. Легкими-легкими движениями. Вот она. Я вчера тоже, кстати, делала двойные стрелки. Но вчера мне нравились они больше, сегодня мне не очень нравятся. Так, то же самое я сейчас проделаю на втором глазе. Вот, стрелочки мои готовы. Нижнее веко теперь нужно сделать. А, беру я тоненькую кисточку. Вот эту такую. Тени. А вот такие серые тенюшки я беру. И подвожу нижнее веко. Это должно быть тоненько, так знаете, расплывчато. И на втором глазе тоже.
Уголок сейчас сделаю более темным цветом, вот таким. Ну все. Так. Мне немножечко не хватает легкой дымки на глазах. А вот этот цвет беру. Мне удобно пальцами. Теперь я сделаю это вот так. Почищу лишнее. Ну все, мне достаточно. Хотя можно немножко еще затенить угол глаза, но думаю, хватит. Так. Все-таки я немножечко затеню уголки глаз. Я возьму для этого вот эти тени. Вот такие. Буквально капелюшечку. Я издалека вижу лучше, что происходит на моих глазах. Нравится мне. Я хочу этот уголок потемнее. У вас бывают такие дни, когда не получается макияж, вот как бы вы ни хотели, ни старались. Вот сегодня у меня такой день, я заметила. У меня бывают такие дни, когда как бы я ни накрасилась, что бы я ни сделала, выгляжу ужасно. Так, все, с тенюшками закончили. С глазами вообще все закончили. Теперь я возьму хайлайтер. У меня вот такой пуповский. Все так же пальчиками. Самый светлый. Чуть-чуть взяли на пальчик. И уголок глаза.
так вот все, что посыпалось на лицо, пока мы наносили тени, надо убрать. Над губой. Чуть-чуть кончик нос. И, конечно же, щечки. Вот такой щеткой я это делаю. Беру буквально немножечко, вот так надавливаю и все. Я не люблю, когда сильно блестит, но вот так мне достаточно. Теперь надо накрасить губы. Вот у меня вечная проблема, я всегда не знаю, какого цвета сделать губы. Так. В принципе, я могу сегодня сделать яркие губы, потому что я иду на ночь. Сделаю я вот эту помаду флормаровскую кораллового цвета. Как она называется у меня? Вот. Фокусируйся, пожалуйста. Но не хочет она фокусироваться. Ладно, 03 номер, если что. Помада хорошая. Я снимала о ней видео, говорила, что она мне очень понравилась. О, тихо, тихо, тихо. Будем снимать губы мои. Помада сохнет не очень быстро, поэтому у вас будет время, чтобы подкорректировать. Вот здесь уголок мне не нравится, он у меня всегда проблемный. Кстати, перед тем, как нанести такую помаду, лучше сделайте бальзам для губ. У меня на губах бальзам уже был, поэтому я не наносила вторично. Ну вот мой макияж. Румяна, наверное, я делать не буду, потому что и так у меня все очень ярко. Еще делать румяна не хочу. Мне вот достаточно всего. Кстати, расчесать надо бровки.
то, что осталось от щеточки. Еще, знаете, если вы хотите сделать акцент на своих бровях, есть такой трюк. Я им очень-очень редко пользуюсь, потому что у меня и так брови броские. Берете вот такие вот светлые тени. Так, вот такую вот кисточку обычную. И прям под бровью тоненько-тоненько рисуете. Очень тоненько. Эти волосы надо было собрать перед макияжем. Я как-то не подумала об этом. Ну вот, все. Как вам мой макияж? Дайте знать, понравилось или нет, подходит мне или нет. Я все никак не могу еще привыкнуть с таким цветом волос, какой макияж мне подходит, теперь какой не подходит. Не знаю, может быть, собрать. Точнее, собрать я не смогу. Ой, вот так мне нравится цвет, когда собранный. Но собрать мои волосы нереально. Ну, в общем, вот так вот. Дайте мне знать, понравилось вам или нет, подходит мне или нет. Все, пока.